Приветствую вас, дорогие мои подписчики, с вами Джон Летаржа. И знаете, мне говорят некоторые, что вот я такой нехороший человек, желаю людям смерти, говорю, чтобы все поскорее сдохли, какие все кругом тупые, ничтожества. Ну, а знаете, понятное дело то, что все эти обвинения притянуты за уши. На самом деле я просто говорю правду. Вот давайте подумаем, для чего живет среднестатистический человек, ну вообще большинство людей. А знаете, люди живут ради ничего. Просто родился, пожрал, отучился, еще раз пожрал. Поработал, женился, родил и сдох. Все. Больше ничего. И вот я людям говорю, ну, а может быть, вы признаете свои какие-то несовершенства и подниметесь выше своего эго и будете развиваться. Но самое интересное, чем более человеку Бог, тем более у него комплекс полноценности. Они считают то, что вот они уже сами по себе априори полноценные люди. Ну, на самом деле, они самые настоящие ничтожества и, по сути, пыль. И когда говорят, вот, ты желаешь смерти, а какая разница, как может умереть тот, кто даже и не рождался, по сути? Ну, вот так вот, знаете ли. Ну, вот какая разница? Вот человек коптит землю. А какая разница, когда он умрет раньше или позже? Вот честное слово. Разве это имеет какое-то значение? Ну, хочет какой-то человек жить. Ну, проживет он там еще 50 лет, может быть 30, может быть 40. Ну, а смысл? А такие люди сами по себе не являются ценностью и ценностью себя не считают. Ну и пусть коптят небо, а кто-то будет развиваться. Вот такой вот у меня выпуск. Давайте будем развиваться. Делитесь в своих комментариях, ну, какие у вас смыслы в жизни. И что вы для этого делаете? Это было все. Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И помните, жить надо по фану.